Приехали в Грузию, Руставе. Пойдем посмотрим, сколько стоят здесь автомобили. Блять, смотри, там площадка тоже уже забилась обратно. Машин много. Какого года автомобиль? 20-го года. Сколько отдал за него? 38 500. 38 500? Да. Куда гонишь? В Казахстан. В Казахстан поедет машина. 38 500. 20-го года автомобиль. Да, 7-й месяц. Что битое было на ней? Здесь... Ара, бампер. Брат, только бампер, да? И багаж. И багаж чуть-чуть, да? Ну нормально сделали. RAV4. Машина абсолютно новая. Сколько отдал за нее? 37 000. 37 000. Год какой? 22-го года. Вот такой автомобиль. Еще в пакете. Пробега не вижу. Ну, симпатичная машина. Да, новая вообще. Абсолютно новая. Да, 10 километров всего на все. 10 километров пробег на машине. Да, и купил 37 тысяч. 37 тысяч. Поздравляю с покупкой. Спасибо. Куда погонишь ее? В Россию. В Россию? Да. Сколько растаможка сядет? Я не знаю, сколько сядет. А, ты там нулевый будешь там в лобовую растамаживать, да? Да. Подойдем, посмотрим поближе. Вот такая вот машинка стоит 104 тысячи долларов с минимальным пробегом 2800. А это у нас BMW уже в рестайлинге. Да, хороший ценник. Есть Lexus. Цена договорная. X7. 93 тысячи долларов 19 года. Цена зашкаливает. Я новый покупал за такие деньги. Правда, в кредит. Сколько ты там стоишь? У, как все дорого. Я еще остался в 2020 году. Я проголодался. Дай деньги ваш, пожалуйста.